Сегодня в выпуске. Выставка Акватерм 2017, Лемакс, Зота и котлы Роял Терма. Фирма Зота представила на выставке Акватерм 2017 новые твердотопливные котлы. Рубашка данного котла покрыта новым базальтовым карбоном, что позволяет понизить теплопотери. Также данный котел оснащен новой автоматикой TurboSet, которая повышает его производительность и КПД. Знаете, как они называются? Тополь-М. А вот компания Lemax на данной выставке представила всю, теперь уже большую, линейку котлов, в которой мы увидели такие новинки 2016 года, как Vice, Prime, Clever. Также они представили свой прототип настенного кондиционного котла. Еще одной из новостей компании Lemax стало ближайшее открытие линии по производству панельных радиаторов. Лично я бы себе бы взял. Я вообще как бы нормально отношусь к компании Lemax. Хорошее оборудование производят. А как вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Русклимат представили новую линейку котлов Роял Терма. Их основной отличительной особенностью является функция авторестарт. Данная функция обеспечивает перезапуск котла при перебое с подачей газа или электроэнергии. По мне, данная опция не на 100% будет выполняться. Мне кажется, добавится еще больше глюков автоматики. А как вы думаете? Все туда же, в комментарии. Наверное, на сегодня на этом все. Выпуск сегодня получился коротеньким. Также хотел бы попросить вас оставить в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть на нашем канале. Может, разборки, может, какие-то просто презентации котлов. Говорите, пишите, будем рассматривать. Всем спасибо, до свидания.